субъективная точка зрения. Вообще я москвич. И редко приходится, правда, ездить в метро, но вот совершенно конкретный пример. Но в метро мы с братом ездим совершенно спокойно. Нас там не узнают. А почему? Потому что там нет русских теперь. И, ну, или, во всяком случае, в процентном отношении, ну, там, не знаю, 10%. А все остальное наши, значит, мигранты. На самом деле напрягает. И ведут они себя настолько самоуверенно, они у нас как будто не в гостях. Вот. Меня напрягает, конечно, то, что со своим уставом люди в чужой монастырь. И напрягает откровенно. Я считаю, что события... И мало того, еще режут почем зря русских парней. В Бирюлево, я не знаю, я еще... Есть, конечно, статья за разжигание национальной розни, но я, заметьте, ничего не сказал, кроме слова «русских». Не дай бог, конечно, что-то подобное в глобальных масштабах, да? Я благополучно возьму в руки автомат. Моя субъективная точка зрения. Если вы к нам в дом пришли хотите здесь сделать халифат, вот.